Привет, жирный пидор. Итак, добро пожаловать в сеть. Требуется пароль, да-да-да. Личные дела. Че это за дресня? Оснований для беспокойства нет. Мистер Фиджеральд относится к нашей миссии столь же серьезно, как я. Жаль только свою жену, он не в силах контролировать. Так, хорошо, я буду тогда базарить с бабой Фиджеральд. Основание для беспокойства. Говорила о синтах как о нежелательных элементах. Ссора с Эмбель. Постоянно негативно отзывается о других членах персонала и других местах содружества. Строгий выговор за предупреждение одного торговца по поводу института и его методов. Мисс Фиджеральд очень эффектно выполняет свою задачу, но если бы не это, пришлось бы просить ее о переводе в комплекс. Однако она замужем за мистером Фиджеральдом, а значит, постоянное присутствие здесь необходимо. Ничего не остается, кроме как чаще уверять ее в важности нашей миссии. Так, понял, это тёлка, которая владеет магазином. Основание для беспокойства. Рядин случай хранения контрабанды, общее проявление антисоциальных наклонностей вызывает дискомфорт у посетителей. Хантли в альянсе новенький, учитывая его прошлое, крайне нежелательно, чтобы он нервничал. Будем надеяться, со временем сможет почувствовать себя в безопасности в нашей общине. Однако, если он и дальше будет вызывать дискомфорт у посетителей, его придется перевести. Его отчужденность сделает его идеальным кандидатом для передачи сообщений в комплекс. Какой комплекс? Хантли. Три отдельных случая хранения. Так, это я читал, да. МакГовер. Посетители отмечают ее нервозность и дерганность. Она очень страдательный человек. Вероятно, это может вызвать проблемы. После нашего с ней разговора мисс МакГоверна исправилась. Часть наших обязанностей вести себя естественно. Порой она может в этом перестараться. Надеюсь, она действительно исправляется, а не только делает вид, даже если так, для нашей цели она незаменима. Монгомери. Основания для беспокойства нет. У меня нет серьезных причин для беспокойства по поводу доктора Монгомери. По ее виду даже не скажешь, через что ей пришлось пройти. Единственный неприятный момент, она держится особняком, до сих пор не влилась в нашу общину. Нам, предполагаю, ее в принципе не устраивает первый перевод сюда, и она предпочла работать на основной задачей. Они через института, да? Я, кажется, что-то понимаю. Свонсон держится особняком, он работает непосредственно на комплексе, занимается...